В этом курсе было интересное абсолютно все, потому что оно касалось именно детей группы риска. У меня появилась более широкая картинка, как на самом деле работает система и почему происходит так, а не по-другому. Для меня это, наверное, было одним из самых больших открытий вообще из теоретической части обучения. Все использованные интерактивные методы обучения, они только способствовали быстрому и легкому запоминанию информации о этой сфере деятельности. А также непринужденная обстановка, которая сложилась с помощью наших тренеров, способствовала очень легкому и тесному общению между участниками. По домашним заданиям у нас очень хорошая команда была просто. То есть командная работа, наверное, в первой жизни я поняла, что такое команда и насколько это классно. Потому что у нас подобрался золотой состав, с которым мы могли оперативно быстро делать, и мы многое реально делали и делились опять-таки опытом. Наше достижение основное – это наши выпускники. Уже сегодня они провели ряд тренингов в своих организациях. Они довольны теми знаниями, которые получили. И кроме всего, мы имеем как результат еще и пособие, которое может быть использовано в других похожих курсах или, возможно, когда-нибудь в официальном образовании. Тренинг був насичений, навіть було недостатньо часу, а 4 днів для того, щоб зрозуміти все. Хотілося ще більше, більше, і за допомогою цього тренінгу зрозуміло, що взагалі для таких дітей потрібно працювати, що спектр роботи просто величезний, і ми якраз ті, хто можемо починати хоча б порухатися в цій сфері. Тому я була задоволена навіть тих 4 днів, але хочеться продовжити. Не ожидала, что кроме новых знаний, опыта, я смогу получить еще конкретные элементы возможности влиять на всю эту сферу и решать все эти проблемы. С помощью тех заданий, которые мы решали, а также дискуссий, в которых мы принимали участие, мы смогли не только проявить себя, а также показать, каким образом и какие именно пути решения могут быть в этой ситуации на сегодняшний день. Новым в тренинге было построение адвокационных кампаний на защиту прав и интересов ребенка с использованием международного опыта и опыта Богдана Чмелевского.